Медицинский контроль за водителями транспортной компании «Селена» фактически отсутствовал. Напомню, водитель именно этой компании въехал на китайском грузовике в опору виадука на улице Семафорной. В результате аварии виадук обрушился и погиб человек. И виновник аварии был пьян, однако при этом работал на линии. Как выяснилось, в ходе прокурорской проверки обязанность медицинского контроля в «Селене» была возложена на коммерческого директора, который не имела ни медицинского образования, ни трудовых отношений с какой-либо медицинской организацией, ни сертификата соответствия. Не говоря уже о том, что в компании не было специального оборудования для проверки водителей. По результатам проверки постановление прокурора ГИБДД оштрафовало компанию «Селена» на 100 тысяч рублей. Уголовное дело по факту гибели человека в отношении водителя было возбуждено ранее.